Вітаю вас, з вами жіноче ток-шоу «3G плюс М» та я його ведуча Катя Лунгольм. Чи колись задумувались, як скласти пазл усвідомленого та результативного життя? Нумерологія, чакри, тілесна терапія, як це все пов'язано між собою і чи впливає на наше життя, сьогодні поговоримо з нашими експертками. Ми вже готові з ними познайомитись. Катерина Баранова, нумеролог, кармічний діагност, майстер метода «Сігнум». Добрий день. Наталія Броншпіц, нумеролог, психолог та фізіогноміст. Добрий день. Та Олена Омельяненко, тілесно-орієнтовний практик, терапевт. Доброго дня. Не кожна людина, і я не виключення, розуміють все ж таки, що таке тілесно-орієнтовна практика, або нумерологія, або чакри. Дехто вважає, що це, ну не ображайте, що це гадання. Я вичитала, що важливі ресурси особистості – це дата народження, потенціал тіла та енергія чакрової системи. Тоді питання, як це все пов'язано зі здоров'ям? Ну, дата рождения подвязана, в принципе, со всем, что получает человек по рождению. Ну и, конечно же, здоровье не исключение. Во-первых, есть расчеты, определенные формулы, которые позволят нам узнать слабости как раз-таки по здоровью, заложенные у человека от рождения. Зная это, конечно же, не какое-то... так сказать, направление и кодирование в этом знании человека – это предупреждение. Ідеальну позицію справжньої людини для всього людства показав Ісус Христос, Бог, який втілився і прийшов на землю. І, звісно, от дата його народження, вона в певній мірі була зафіксована, спрогнозована, і люди прив'язували своє життя до цієї дати. Вони чекали, що ось, в певний момент, через певні знаки, прийде у світ богоочікуваний Месія, який вплине на життя людей, який змінить це життя, покращить його. І люди дуже сильно сподівалися на вигідні для себе зміни. Нумерологія і предупреждає, і освіщає, і дає інформацію по здоров'ю в направлінні слабості і органів, і состояння. И это помогает быть предупрежденным. Дата рождения она держит в себе, содержит, имеет, дарит человеку масштабное количество знаний и здоровья в том числе. Дякую, Наташ. А что скажет нам Катюша? Скажите, пожалуйста. Смотрите, чакры на самом деле как бы не совсем люди до конца понимают, что это такое. Я не разумею. Ну, скажу вам честно, я читала, так и не зрозумела. Я постараюсь простым языком объяснить, что это такое. Смотрите, все знают, да, что мы есть мир тонкий, есть как бы, ну, назовем его толстый, да, физический, то, что мы видим. То есть то, чего мы не видим, это все спрятано на тонком плане. Точно так же на тонком плане спрятаны все энергии, которые протекают в нашем теле. Не было бы энергии, не было бы жизни. Поэтому чакры — это как раз есть такие энергоцентры, как бы можно их сравнить с такими пунктами командного управления организмом, но которые мы не видим. То есть чакры, они расположены в разных частях нашего тела. Я читала их 7. Основных, да, 7, но вообще их больше. И сейчас с эволюцией человека уже рождаются детки, у которых есть дополнительные 2 энергоцентра. То есть уже основных становится 9. Ну, конечно, это хорошо, потому что это повышает возможности человека. И это говорит об его все-таки эволюции. Поэтому чакры, они собираются на какой-то части тела и управляют теми органами, на которых они расположены. Если взять вот болезнь, да, если мы говорим о здоровье, что такое болезнь? Как нашему телу дать нам понять, нашему организму, нашей душе, как дать понять, что что-то не так внутри нас? Болезнь – это уже является следствием. То есть это как конечный пункт, как обратить на себя внимание. Первичное – это чакры, и это энергетика. Сначала реагирует чакра. Она выдает какие-то энергии. Тобто наша хвороба залежить від чакрів? Да, да. Первичное – это энергия. Если у нас идут энергетические сбои в организме,
то как нашей энергии нам дать понять нашей чакральной системе, что в чем-то есть проблема? Идут определенные какие-то эмоции. Это может быть агрессия, это может быть депрессия, еще что-то. Ну, в зависимости от того, какая чакра реагирует. И уже как следствие, если человек не понял, в чем дело, не проработал, идет болезнь какого-то конкретного органа. И от того, где этот орган расположен, да, какой это, мы можем уже говорить о том, в какой чакре проблема. Я переймаюсь, чи не віддаляє це людину від того епіцентру реальних проблем. І щоб не вийшло так, що людина потім ходить просто по колу, а проблему свою не може вирішити. Ліночка, а ви звертали увагу на свої чакри? Чи ви все ж таки завжди притримуєте своїх практик тілесної терапії? Ну, я притримуюся своїх практик, звісно. І я прислуховуюся і своїм клієнтам говорю, що потрібно прислухатися іменно до свого тіла. Ну, я тілесний терапевт, психолог, і робота моя заключається в тому, щоб відновити також і енергетичне поле людини, і зняти в першу чергу це блоки в тілі, які постійно, я вас можу заспокоїти, в усіх нас є блоки, в усіх нас є і енергетичні кісти, дитинка народжується. Енергетичні кісти, так. Дитинка... І це все пов'язане, я так розумію, прямо пропорційно з нашим здоров'ям. Так, да. Якщо не пропрацьовувати, не видаляти, ну, так можна сказати, видаляти це неправильно, їх шляхом тілесних практик, їх акуратненько це все виводиться з тіла, і людина себе починає не просто краще почувати, людина починає, я можу навіть так сказати, жити по-новому. За себе скажу особисто, я сама себе відновила і на психологічному, і на фізичному рівні. Так що, тобто тілесний... за допомогою ваших практик можна позбавитись якихось хронічних хвороб? Я, коли я знімаю блоки в тілі, можливо, пройдуть і певні хвороби. Мене а чому було... можливо? Тобто можливо, ви не даєте 100% гарантію? Наскільки людина готова до свого нового? Знову ж таки, якщо так, вона, я з нею попрацювала, вона хоче бути здоровою, вона хоче бути щасливою, вона повертається, виходить з мого кабінету, повертається в своє середовище, закурює, ну, наприклад, да, випиває там келих вина там, чи щось міцніше. І знову стара і знову життя. Ж, да, вона потрапляє в те середовище. Важливо пам'ятати, що не тільки мої руки працюють над людським тілом, а і працює клієнта свідомість, наскільки свідомо вона хоче бути здоровою, а відтак і щасливою. Взагалі, дуже приємно, що люди різних напрямків обговорюють цю тему і знаходять якби от те єдинство, яке покликане допомогти людині сьогодні, не колись через 50 чи через 100 років, а зараз цей момент. Очень много женских болезней, они как раз осаживаются на чакре, которая отвечает за половые органы. И как следствие, это кисты, проблемы по половой системе. Вот, допустим, да, женщина это осознает, да, понимает, приходит даже к Елене. Елена ей это все помогает убрать. Но возвращаясь обратно в ту же среду, к тому же мужу, который там ее, я не знаю, издевается, обижает, и она молчит, замалчивает обиду, естественно, эти обиды будуть точно так же осаджуватися в тих же проблемних органах. Це, я так розумію, пов'язано більше, як ми пам'ятаєте, з психосоматикою з вами розмовляли. Ну, в принципі, так, це все зв'язано. Це вот. Все туди. Поэтому, не міняя самої ситуації, можна точно так же і пити таблетки, ходити к спеціалістам, но не міняя качество своєї жизни, не живя осознанно, це нічого не дасть. Як наша дата народження... Так. Ці цифри можуть нам допомагати у житті. Ну, вони почнуть допомагати тоді, коли у чоловіка, повторюсь, не у спеціаліста, не у нумеролога, який бігає за клієнтом і кричить: «Я хочу тобі розказати і допомогти». А от коли чоловік сам собі задає питання: «А що є во мені через дату народження?» О, наш клієнт, наш чоловік, чоловік готов услышати. І тоді я, как нумеролог, если говорим обо мне, даю информацию о том, что в дате рождения заложено от талантов, способностей, ресурса, потенциала
до проблемных точек. Без проблем не бывает. То есть нет варианта «у меня хорошая дата, у кого-то плохая». Такого не бывает. Нет ни плохих цифр, ни плохих соединений, ни плохих там, композитов совместимости, ни плохих прогностик, которые дает нумерология. Все есть ваше, все есть человека. Тобто воно може бути, в принципі, погане, але це все пов'язано з датою народження. Ну, це не видумане, це з рахунків. Плохое в контексті, от, понимаєш, Кать, знання і желання знати о нумерології, о себе через дату рождения, повторюсь, все ісходить від чоловіка. От наскільки чоловік готов знати свої предполагаемые ошибки по жизни. Что делает нумерология? Она дает информацию, и человек знает, человек предупрежден, и человек не форсирует свои никакие действия в жизни в ту сторону, которая ему не соответствует. То есть надо понимать, что мы все разные, абсолютно разные, у нас у каждого и свой путь, своя дорога, и свое предназначение. Но для того, чтобы не идти туда, куда сказала мама, папа, или вдруг там соседка туда пошла, и я туда пойду, а пошла соседка в то направление, которое надо ей, или она пошла делать эксперименты над своей жизнью, это же никто не знает. А нумерология знает. А как проходит нумерологическая консультация, зараз побачите. Замість мене на эксперимент піде наш оператор Коля. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Я начну с благодарности за доверие, потому что это на самом деле смелый шаг узнать о себе. И я об этом говорю каждому клиенту, тот, который хочет углубиться в свою дату рождения. Сегодня у нас консультация необычная, потому что она экспериментальная. Мы будем делиться со зрителями, что же происходит на нумерологической консультации. Как видно, это расчеты. То есть это твоя дата рождения, с которой я поработала и готова ответить тебе на любые вопросы, потому как расчеты произведены в больше, чем 10 методик. Хотела бы начать с позиции той, о которой я хочу сказать первоочередно. И она в большей степени касается не твоих способностей, а твоих личных периодов. Потому что, начиная работу с даты рождения, я вижу, как бы магически это слово не звучало, вижу, но я вижу то, на что надо обратить внимание. Так вот, в контексте твоей даты рождения у тебя непростой личностный период. Он начался уже с твоего дня рождения, то есть с июля месяца. Ощущал ты или не ощущал то, что тебе хочется максимально уединиться, углубиться вовнутрь себя и находить какие-то вопросы, опять-таки, про себя? Про себя я часто интересуюсь там всяким, начиная там от древа. Ну, просто интересно туда посмотреть, хотя не особо это понимаю. А, в частности, интересно, куда делать дальше и где себя искать. Ну, то есть, вот так все-таки. Да. Почему я коснулась этой позиции? Потому что человек, который знает о своих периодах, ему гораздо легче жить. То есть он, у каждого человека есть период, который характеризует и направляет где-то в работу, где-то в семью, где-то в самопознание. Вот у тебя сейчас с твоего дня рождения в июле до твоего дня рождения в июле 2020-го, началось в 2019-м, это твой личный год. Тот период, когда ты максимально расположен узнать о себе. И, как видишь, из всех желающих почему-то вызвался ты. Это то, что всегда происходит в поле коммуникации моей с клиентом. Никто случайно не приходит. То есть у тебя сейчас не карьерный период. Не то, что ты не будешь удачен в карьере, а период, когда ты готов слышать. И по случайности, в кавычках, ты попадаешь ко мне на консультацию. Еще на что я хочу обратить внимание твое. Весь 2020 год для тебя итоговый. Итоговый с 12 годами назад, так сказать. Что еще из важного?
анализируй, что будет происходить у тебя именно в 2020 году. Mm-hmm. Ничего нового не начинай. Категорически финансово никуда не вкладывайся. Mm-hmm. А вот когда закончится 2020 год, и до следующего июля у тебя останется там почти mm-hmm. 7 месяцев, это будет твой период, который смело можно назвать звездным часом. Mm-hmm. Заполненные сектора – это твоя сила, это то, что в тебе есть, и ты должен этим пользоваться. Голова, ум, то, что мы обсуждали. Угу. Транслируй это. Транслируй через горло. Говори о том, что ты надумал, что ты знаешь. Вот видишь, здесь даже есть изображение, угу. так сказать, человека. Вот эта позиция, ту, которую я тебе тоже озвучивала, ты должен свои чувствования включать в свою жизнь. Угу. И как можно чаще говорить, я чувствую, что надо сделать это. Угу. Это твоя активность, ты всегда будешь активен, это твои действия вот в этой зоне. А они, видишь, связаны, и позиции, которые здесь не окрашены, это твои уроки, которые ты будешь проходить, это твоя слабость, угу. это поиск своего места в жизни, угу. это позиции по продаже своего труда, угу. финансовые какие-то вопросы, это партнерские отношения, а это эмоциональный сектор тоже, который мы с тобой обсуждали, то есть ты человек, принимающий эмоции, сканирующий настроение людей рядом. Угу. Тот год, о котором я тебе говорю, ну, в твоем случае получится кусочек года с января 2021 по июль 2021, чтобы он называется еще так, как, знаешь, год тотального успеха, вознаграждения по заслугам. Угу. Но мы не можем получать, ничего не делая угу. до этого. Угу. Поэтому сейчас надо потрудиться над собой, над своей духовностью, над своим внутренним и потом двигаться. Спасибо дальше. Вам большое. Пожалуйста. До свидания. Тебе особое спасибо. Спасибо. Що таке тілесно-орієнтовна терапія? Чому ви терапевт? Ви лікар? Ні, я не лікар, я практикуючий психолог. Але для використання корекції я обрала іменно тілесну терапію. Запит у клієнта, у кожного клієнта різний, і відповідно може бути і різна корекція. Які направлення у вас є? Направлень дуже багато, дуже багато. Ну, хоча б основні. Ви маєте на увазі техніки, так? Техніки, ну, по відновленню, так. Тому що направлення багато, але те, що я використовую в своїй практиці, це техніка сповивання, техніка масаж рибозу, техніка, ну, КСТ, ну, наприклад, ця техніка сповивання, ну, нагадує таке щось з дітьми пов'язано, так? Так. І це дуже така давня техніка, ще з Древньої Русі, можна так сказати, коли відновлювали здоров'я жінок після пологів. От, їх застосовували такі собі бабки-повитухи. Як вона діє на організм людини? Як вона діє? Зараз я хочу сказати, що мало жінок, які звертаються іменно після пологів. А звертаються уже, коли проходить час, певний період, там рік-два. Ось вчора я, наприклад, повивала жінку, якої пройшло після пологів там 3 роки. І вона десь там почула, каже, я хочу, щоб ви мені закрили ці пологи і закрили там на енергетичному рівні там, і відносини з минулим чоловіком. Як закрили? Ну, знову ж таки, ми беремо, я працюю з тілом. Дуже складно, що існує багато різних страхів, які породжуються в людині. І знаючи про це все, людина негативно прогнозує своє майбутнє, зациклюється на проблемах. Працювати з тілом, ну, так, збоку, це наче ти його щось там масажуєш, доторкаєшся, але це певні ділянки тіла, де такий глибокий доступ до енергії людини, де можна її або відновити, або заблокувати. Mm-hmm. Я в першу чергу, якось у Катя говорить про чакри, що важливо відновити. Ми ж відновлюємо, ми ж не... Тобто техніка сповивання відновлює. Відновлювача, так. Так, добре. КСТ, так? Ну, дивіться, КСТ дуже така розширена тема, і я використовую... Крайньо-сакральна терапія. Так. Я використовую, ну, вона дуже розширена, і я використовую певні техніки для відновлення для конкретного запиту.
для конкретної людини. Тому що усі техніки, вони налаштовані на те, підлаштовую я під конкретний запит. Не можна сказати, що сьогодні я сповивання запропоную, наприклад, Катя або Наталія. Цього не може бути. Під запит. Все. Добре, а ребозо? Ребозо. Ой, це дуже така, знаєте, теж засіяли, древня. Я обожнюю цю техніку. Чому? Тому що це відновлення, ну, я не скажу, що моментальне, але зразу видно, що людина відновилася. Да, це така непроста техніка для майстра. А як це одразу видно, що людина відновилася? Ну, вона починає сіяти. От як я зараз. Сіяти. Розблоковуються блоки в тілі моментально. Збільшується лімфоток, набряки в тілі, ну, сходять набряки. Людина приходить і потім одягає своє взуття і каже: ой, в мене зменшився розмір ноги. Тому що, да, таким чином відбувається. Це теж, я називаю її, так як в мене шарфи з Мексики, рибозо-шарфи, а взагалі це знову ж таки, це древня слов'янська техніка. Раніше цією технікою володіла кожна жінка в себе вдома. Вона була і психологом, і повивалкою, можливо, і терапевтом. Приходить чоловік такий змучений з роботи, вона його клала на долі, і рушниками відновлювала, знову ж таки, по центрам тіла, відновлювала, масажувала. Це такий м'який масаж тіла. І раніше ця техніка називалася латка рушником. Лад. Наводити лад. Тобі ж мир. А які найчастіше запити від ваших клієнтів, на які проблеми? От знаєте, як ми говоримо про, я говорю про енергію тіла, да, ми розуміємо, коли ми її втрачаємо. Не тоді, коли вона є, а ми розуміємо, коли її немає. Людина сумлива, дратівлива, в неї поганий настрій. Ну, знаєте, такий весь букет негатива. Нічого її не радує. Проблеми з чоловіком, там, проблеми на роботі, проблема з дітьми. Навіть Господь у своєму прикладі показував те, що він втомлювався, адже він піддавався страхам, переживанням. Він часто залишав своїх учнів, піднімався на гору, ішов в садок, де молився, тобто потребував свого морального відновлення. Він витрачав свої сили на ту роботу, яку проводив із суспільством. І ви можете це все, так би мовити, залатати, правильно? Вирівняти. Я б сказала вирівняти і прибрати блоки, тому що кожен стрес, який відбувається в нашому житті, в нас таке життя бурхливе, як мені говорять, я нічого такого не робила, нічого такого не переживала, а я говорю, а ви дивились новини? Так, дивилась. От тобі вже й стрес. А Наташа, скажіть, будь ласка, а ви щось використовували для себе, якусь практику? Я Ленін-клієнт. Ага, ось поэтому так. Кульминационно я могу сказать, что вот летом я прошла у Леночки курс. Я приходила, ну тоже Лена задавала мне вопрос про запрос. И я тоже говорю, да вроде бы у меня нет проблем, но я просто хочу расслабиться. Так, Лена? Я говорю, да, я вот в таком рабочем ритме, мне некогда, я такой... трудоголік, а це ж не в плюс к своєму здоров'ю. І що ви робили? Яку техніку? Рібози ми робили, КСТ, правильно? Да, да. І як бари. Ваші відчуття? Вот. Просто цікаво. Вот, відчуття те, що сказала Лена. Тобто вот просто легко. Вот просто легко. Даже після процедури Лена оставляє время на прийти в себя, Кать. То есть это сначала звучит так, ну, прийти в себя, кажучи, так. Но это так. То есть вот это вот, не хочу, чтобы я там неправильно как-то профессионально назвала Ленины воздействие, ну то есть вот легко, вот расслабление, опустошение, но в хорошем смысле опустошение. То есть вот, вот этот вот груз, с которым ты пришел, раз его нету, тебя покачали, тебя не гладили, правильно, как Лена говорит. То есть это никакие не массажные действия. Поэтому не в качестве рекламы, а я могу сказать, что ну, я получила удовольствие, я получила...
То, что хотели. Да, то, что хотела. Поэтому... Дякую. Ну, вот, це получається, якби... Надо, наверное, уже повторить. Отримуємо... Так, от Наташа права, тому що ми не можемо бути в такому панцирі або в такій колбі. Купа людей, купа проблем. Да. От захудила, да? Тільки що жінка, угу. яка... Ми не знаємо, що з нею. Але оцей негатив ми могли прийняти на себе. І десь воно в тілі могло раз і появитися, з'явитися. Да? Потім ми так, да, все нормально, а потім через деякий час ми відчуваємо якесь недомагання в тілі. Ага, що це таке? А це оця негативна енергія, яку ми підхопили. Зафіксував для себе, що розмова про проблеми, про труднощі, про якусь біду дає сильне велике навантаження. І навпаки, розмова про щось хороше, світле, про якісь нові ідеї додає життя і енергії. І це той питання, я теж, як клієнт, задавав Лені, говорю, все, тепер все буде добре навсегда, на всю життя. Ну, ми ж всі, да. Коли ми клієнти, ми це говоримо. Да. А тепер, так як це було у мене літом, на минуточку, полгода назад, я розумію, що от тоді це було добре. Тобто це от як... Ну, в процесі регулярності підтримки свого, напевно. Там всі блоки пов'язані з сексуальним характером, і жінки починають плакати. Коли проходить вивільнення зажимів, ця людина починає плакати. Це вже починається процес відновлення і вивільнення. Тобто вона немає зажимів? У вас, ви сильно під контролем. У вас все контроль. Ви занадто все тримаєте під контролем. Але зажимів, як такових, щоб там сильних, ну, я не бачу. Але потрібно розслабитися. Важливо. Та я наче, немає наче. Наче це коли вже я бачу тіло починає засипати, вона вздригується. Коли вздрагується, це вже наступило повністю розслаблення. Катя, якось вирішити.
Я вам сказала. Ой, я не зрозуміла. Може вкрити? Тобі дрибозу мене вже почало трусити. Та ні, це вже починається вихід енергії, Катя. Да, це не холодно, це починається вивільняється енергія. Так що якщо у вас почнуть відбуватися якісь цікаві зміни в житті, оце воно, це вийшла енергія. Просто я не знаю, всі хочуть якогось дива після всіх тілесних процедур. В кожного по-різному відбувається. Хтось бажає там щось якось неймовірних відчуттів, там, щось має відбутися в житті. Я говорю, я не знаю, що з вами відбудеться. Наприклад, у мене жіночка сповивалася, в неї там були проблеми з колишнім коханням, там з мамою. А потім, коли я її запеленала, вона на другий день мені телефонує. І вона зрозуміла, що проблема зовсім не в колишніх чоловіках і там їх близьких людях, а проблема в її самої. І проблема була зайвий раз, вона заглядала в Фейсбук там, чи в шері кудись і вступала в дискусії. А коли ми починаємо вступати в дискусію, ну, знову ж таки, ми витрачаємо свою енергію. Не треба цього робити, ну, нехай сваряться. Катюша, як ви себе почуваєте? Мені дуже холодно. Так, а крім холодно, що ще з вами? Коли не зрозуміла, якесь таке дивне відчуття насамперед. От щось відбувається, але не знаю, що. Вивільнення енергії. Це іменно показник того, що вивільняється енергія у вас в тілі. Від якщо брати глибоко, то це так і є. У вас дуже зажате тіло. Ну, а ми зараз ще продовжимо і будемо звільнятися від моїх зажимів. Тому всі, хто хочуть перевернути своє життя на краще, давайте сюди на сеанси. І головне не боятися, тому що з вами будуть відбуватися неймовірні нові дії. Взагалі, ваше життя, як сказала Катя, зміниться. Так що головне не боятися. Катюш, ти не хочете ви спробувати піти також? Хочу. Я почему хочу, я вам объясню. Я человек очень чувствительный, и я как бы на такие практики хожу крайне редко. Почему? Потому что я чувствую вот энергетику, поле человека. И если человек, ну скажем так, со своими какими-то таракашками, мне потом от этого жутко плохо. Вот я сейчас сижу рядом с Леной и понимаю, что к ней я могу пойти, потому что у нее ну, такая очень мягкая и, скажем так, светлая энергетика. Добре, а от ось ви як експерт з чакральної системи, з енергетики людини, як можна прибрати цей негатив? Як ви його бачите? Як це можна продіагностувати? Смотрите, есть разные методы диагностики, тут зависит от человека. То есть, в принципе, человек, если прислушивается к своему телу, он может и сам понять, где у него блок, и с той чакрой поработать. Если смотреть вот с позиции специалиста, да, то здесь опять-таки есть разные варианты. Есть варианты, когда диагностируется чакральная система с помощью маятника. И есть такие вот как досточки, то есть ты смотришь через маятник. Я смотрю по-другому. Я смотрю, как бы, да, ну, знаете все, что есть у нас третий глаз, это наша чакра аджна. И это из той серии, когда наши физические глаза видят этот мир физический, а третий глаз видит тонкий мир. И я как бы общаюсь с человеком в его поле, ну, могу видеть, где у него что и как. И есть определенные практики, когда мы настраиваем чакральную систему, потому что у мужчины, у женщин она разнится. Чакры есть у женщин одни принимающие, у мужчин они противоположно отдающие. Вот. И здесь важно в первую очередь правильно выстроить эти чакры, в першу чергу для взаємодії з своїм партнером. Жінка і чоловік – різні енергії. І коли до вас приходить, наприклад, клієнт або клієнтка, ви зможете одразу зрозуміти, допомогти, вирішити якісь проблеми сімейні, наприклад. Ну, я вам скажу сейчас, наверное, процентов 80 семейных проблем основываются на том, что женщины перетягивают на себя функции мужчин.
Згодна. Вот. И из этого уже сразу идет сбой в чакральной системе. Почему? Первая чакра, корневая, она находится в зоне, ну, скажем так, промежности, да, основания позвоночника. Она исторически заложена, что у мужчин отдающая. Эта чакра отвечает за выживание. Если мы даже пойдем глубоко-глубоко в древность, да, то мужчина пошел, мамонта завалил, притащил, жена его приготовила. Да? Вот это как бы и есть функция мужчины по этой чакре – обеспечивать женщину, давать ей ну, как бы основы для выживания, для жизни. А женщина, она должна принимать этой чакрой. То есть мужчина первой чакрой отдает, женщина принимает. Якщо відбувається якийсь збій? Вот, если наоборот, да? Заглючило, наприклад. Мужчина не отдает. То есть мы сразу, ага, он плохой, да, денег в семью не приносит, тратит на себя, соответственно, женщина не, либо не принимает, либо ей не дают. И следующая чакра, вторая, это наша сексуальная чакра, можно так сказать. Женщина не отдает ту энергию, которая нужна мужчине для подпитки. Она не подпитывает мужчину. Мужчина этой чакрой, это сакральная чакра, он может только принимать. И ему важна энергия с этой чакры для того, чтобы подниматься, идти, зарабатывать деньги, то есть вдохновляться, что-то делать для себя, для своей семьи, для своей женщины. То есть если женщина ему не дает эту энергию, а мужчине она, ну, важна для жизни, где он ее будет брать? Вот отсюда и идут уже измены. Вы, как специалист, можете это все зробити таке редагування. Да. Ну, в принципі, це, опять-таки, делается не тільки на рівні чакральної системи, це комплексна робота. Це делается, я делаю і по кармічній діагностиці, по енергіям, де вони як стоять. Тобто, работая над собою, чоловік виводить це все в плюс. Если просто, ну, объяснить человеку, в принципе, это уже где-то запустит какой-то процесс. Но работая над собой, можно все поменять. Энергия, состояние, настроение, ощущение себя в этом мире, все то, с чего мы начинали, есть в дате рождения. Когда человек знает, что его, вот что его, вот что про него, где его путь, куда ему надо идти, где ему реализовываться. Здоровье, такое вот фактическое, оно или есть, или оно нарушено, это же опять состояние и настроение. С чего оно формируется? Когда человек на своем месте, человек выполняет, ну, не будем говорить так, это такое глобальное слово, миссия, но предназначение, выполнение того, что тебе, мы же все приходим с своим предназначением в эту жизнь. И когда человек обращается к нумерологу и хочет разобрать, что же в его дате есть, он просто сокращает себе количество ошибок в своей жизни. Он просто идет в те двери, которые открыты для него. Тобто, ну, в принципі, якщо людина пропускає через себе всю цю інформацію, а якщо вона послухала, забула і все. Ну, це вже відповідальність чоловіка. Ніхто, ну, я так не роблю, я сподіваюся, мої колеги теж, ніхто не бігає ні за одним клієнтом, дабы причинить ему добро и рассказать ему что-то. Это совершенно бесполезно. Если человек уже пришел и задал вопрос, я, например, работаю в контексте «задайте вопрос, о чем речь?». Потому что вариант «давайте поговорим, расскажите мне сказку про, про мою дату рождения», ну, это ни о чем. То есть человек должен понимать, что, где. Либо это те же отношения, о которых вот Катя начинала говорить, это же тот же вариант познания себя и своего партнера. И полное нивелирование вот этих вот, понимаете, запросов. Он все делает, вот он все делает мне назло. Вот он прямо сидел и продумывал, что же мне сделать, чтобы нам было плохо в наших отношениях. А когда женщина осознанная приходит и, знаете, не красивую дату свадьбы хочет узнать, а хочет узнать, с кем она в принципе будет жить. Потому что когда говорят, подберите мне красивую дату свадьбы, будет мне счастье, ну, знаете, человек, извините за выражение, заказал, но я себя сдерживаю, и мне хочется сказать, а с кем вы брачуетесь, вас никак не интересует. Потому что, да, конечно же, дата, прогностика, все это, безусловно, влияет.
но с кем ты будешь жить? Ты не хочешь узнать о всех качествах твоего партнера и потом стать честно перед зеркалом и сказать: нормально, я с этим справлюсь, и это мы сможем. Или ты услышал, говоришь: нет, ну это вообще не вписывается в систему моих ценностей, и это тоже нормально, это по-честному. Ну вот не про это. І тоді вже, може, не треба і в ЗАГС йти. А ви можете, от цікаво, відмовити клієнту? Отказати? Откази в більшій степені у мене бувають в контексті, коли мама або жена говорить: от я там своєму хочу оплатить консультацію. От здесь 90%, може бути, навіть 95%, я не буду працювати, тому що чоловік должен хотеть знать. Человек должен хотеть получить информацию. А не когда жена говорит: вы там моему расскажите. Хлопцы и так боятся одруживаться, а тут взагалі буде капець. Или мама говорит: я там сына. У меня были такие варианты. То есть когда приходит или муж, это уже реальный, или сын, и начинается вот такое, знаете, ерзание на стуле. Не, ну мне вообще не надо, я вообще не хотел. Но вот мама, жена, тогда я говорю: давайте лучше мы на этом и закончим. Вот тогда, да, происходит, ну, корректно, культурно, смысла не будет. Вот просто не будет смысла. А можно найти ответы на вопросы, можно узнать, можно понять, а потом уже принять или не принять – это ответственность клиента. Дякую. Все в дате рождения, все. Аліночка, а ви можете відмовити клієнту? Я дуже багатьом відмовляю. Відмовляєте? Да. Скільки у вас коштує консультація? Ну, від 500 до 3000. Різні практики. І ви відмовляєте? Відмовляю. Знову ж не таки, буду більше питати. Знову ж таки, як говорить Наталя, якщо приходить людина, я не можу їй причиняти добро насильно. Якщо вона самостійно хоче прийти, я їй допоможу. Якщо це стосується, як Наталя сказала, чоловіка, там, дітей, я приведу вам свого чоловіка. Ні. У нас іде ж взаємообмін енергії. І якщо людина не хоче, я як працюю на своїй енергії, я її найбільше витрачаю. А мені сьогодні я свою витратила енергію, а завтра в мене клієнти, і я з ними не зможу працювати, тому що я її втрачаю. Да, і ще енергію дати тому, кому то дійсно коли нужно. Ця людина хоче. І ще такий момент, коли людина починає торгуватися. Так, у мене є певні цифри, певний прайс, і я говорю: от ця процедура коштує скільки-то, а можна дешевле? Ні, говорю. Ну, ви знаєте, я знаю, що буде внаслідок, коли ви отримаєте. Я знаю, що це буде з вами. Це не буде або ще такі клієнти, коли говорять: хочу завтра зразу результат, або через 5 хвилин після процедури. Кажу: ні, завтра через 5 хвилин не буде. Буде там 2-3 дні, ну, можливо, якісь там зміни. Я не можу зробити так, зняти ваші тілесні блоки, і ви зразу виграєте там мільйон доларів. Я теж за це не ручаюся, я вам цього не обіцяю. Я вам можу зняти блоки, вам прийдуть певні інсайти, вас, можливо, ви захочете купити дійсно лотерейний білет, і ви його тоді і виграєте, цей мільйон. Я не беру на себе відповідальність таку. Людина, це, знаєте, перекладає відповідальність. От піду до нумеролога, він мені вирахує цифру, там, і я буду щасливий. Куплю білет, бо то да. Забава. Наташа мені скаже, яку цифру треба поставити, я буду мільйонером. Кстати, у мене не було таких заказів, що... Ні, це не ко мені. Після нашої програми. В нас теж так буває. Священник має вирішити всі питання від А до Я, а я тим часом почекаю його на вулиці. Включение. Вот должно быть включение так. клиента. И от этого уже зависит усвоение информации. И это уже сразу видно вот после консультации. То есть у меня консультация может быть личная, заочная. От этого, как я всегда говорю своим клиентам, качество, некоторая паника. Как вы меня не видите, за руку не держите? Как? И фотографию вам не высылать? Я говорю: нет, ну фотографию, кстати, вы можете выслать, потому что я еще и знаю физиогномику, я могу, в принципе, оценить вашу внешность, но не с этой позиции. Так вот, включение как раз клиента в желание знать. Ты сразу получаешь, ну, практически сразу после консультации. То есть человек говорит: я это искал или хотел услышать, именно это мне было непонятно, да, спасибо.
или момент «вообще ничего не поняла», переобъясните. Или если это объемные письменные работы, очень, я прямо пишу текстом. Не паникуйте, если вам сразу не понято, перечитать. У меня прямо практически всем это пишу. У меня есть клиенты, которые пишут через годы. Катя, не дни, годы. Вы знаете, вот я сейчас вернулась или вернулся, прочел, а вот оно о чем. Не был человек готов на то время, не включился. Это тоже нормально. Это тоже... Був не той момент. Да, да, да. Это именно про вот это включение и готовность. То есть вот насильно, ну никак, не обучить тоже нумерологию. Всегда своим, вот Катя у меня обучалась, она знает, что я говорю. Девочки, кого я сюда заставила прийти? То есть оно должно идти из тебя. Так же и узнать на консультации. Ты должен хотеть знать, куда тебе идти, что у тебя есть. Ведь даже эти, как ты говорила, плохие, так сказать, условно, качества, они же есть у каждого. Но другой вопрос, когда ты эти, так сказать, плохие качества узнал, принял и понимаешь, это тоже твое, просто вот в этом слабость, вот в этом ты слаб. И ты это все регулируешь в своей жизни, и ты не наступаешь на эти грабли. Но они же после консультации нумерологии, я же ничего не стираю. Я говорю, все, чисто, иди. Нет. Людина повинна до цього прийти, вона повинна... пройти через певні життєві етапи, дорости, щоб прийняти це належним чином. Людина, наприклад, до вас приходить на консультацію, і ви відчуваєте вже, що у людини негативна все ж таки енергетика. Ви не будете йому відмовляти, ви все ж таки будете справлятися з цим і робити так, щоб це все прибрати. У церкві є таїнство сповіді, яке дає змогу людині правильно задати запитання Богу і запитання собі. Чого я хочу, що я готовий в собі змінити, щоб моє життя завтра стало кращим? Смотрите, я в этом плане по энергетике не сужу. Если ко мне пришел человек, и у него такая энергетика, значит, если я с этим справлюсь, это сделает сильнее меня. У меня были такие клиенты, и ну, действительно, я после этого у меня была такая вот дилемма, может быть, не надо, я себя плохо чувствую, все. Но потом я сделала определенные вещи для себя, усилила свое как бы, поле и поняла, что я так могу работать. В плане отказов я отказываю ну, только вот в тех случаях, когда, например, приходит женщина, я делаю расчеты, например, на совместимость. И одно дело, когда человек приходит и хочет узнать, какие уроки будут с этим человеком, что он будет прорабатывать, это адекватный вопрос, то есть это тема отличной консультации. Но когда человек приходит, говорит, а посмотрите дату рождения и скажите, как мне на него надавить, чтобы он там, например, женился на мне, я говорю, не-не-не, говорю, я... Та информация, которой я владею, она должна идти в первую очередь во благо человека, о котором спрашивают. Поэтому я могу вам рассказать, какой он, а дальше уже как бы выбор за вами. А рассказывать, давать ключики, где, как надавить, шкода. Это уже не этично. Шкода, что не можно. Ладно. Как люди взаимодействуют между собой через чакры? Смотрите, люди будут взаимодействовать через чакры, это будет просматриваться, в принципе, очень легко. Самая такая сложная связь – это кровная связь. И это будет по первой чакре, по Муладхаре. Это будут люди связаны, которые связаны кровно. Родственники по крови, то есть родители, братья, сестры. Если это супружеская пара, у нее появляется вот эта вот связь по первой чакре, кровная, только если они проживают в браке более 20 лет, либо если у них есть дети. И каждый уровень связи, он еще, как бы, есть определенная бальная система этой связи. Вот эта вот связь по Муладхаре, по первой чакре кровная, она дает 400 баллов, если смотреть связи между людьми. Следующее – это на уровне чакры Сватхистаны, это как бы сексуальная связь. Как называется? Сватхистана. Ага. Это с санскрита. В Библии таких слов не встречал. Это связь между людьми, которые ну, нравятся друг другу. У них есть физическая связь, да, сексуальная связь. Здесь уже потенциал идет в 200 баллов.
Люди, которые связаны через чакру Манипуру, это связи по деятельности, например. Вот, например, вы сейчас со своей командой связаны по этой чакре, потому что у вас есть совместный проект, это ваше совместное детище. Хоть якось мы повязаны. Да, и это 80 баллов. Точно а так чего же, так мало? Ну вот чем выше, тем меньше. И люди, например, которые в браке, да, вот они мало того, что они живут вместе, у них есть совместные дети, да, это 400 баллов, плюс совместный быт, это еще плюс 80, да, 480 уже баллов, плюс у них, они друг другу нравятся, да, у них нормальная сексуальная связь, это уже 680 баллов вместе. То есть перебить вот эту связь ничего довольно-таки себе сложно, да, если даже появляется просто любовница, у которой будет, ну, хорошо человеку с ней, да, 200 баллов. Нет, 200, допустим, по сексуальной чакре 200 баллов. То есть где 200, где вот эти вот, сколько у нас там, 680. Тобто жінку не перебити. Да, женщина, у которой есть дети и у которой есть ум, ее, в принципе, перебить будет сложно. Я вас же поэтому люблю. Дякую. Вот такая фишечка. Дальше это идет сердечная чакра. То есть это люди, которые соединены какими-то, ну, взаимодействиями, ощущениями. Очень часто даже вот парень с девушкой, да, они соединены не только вот по сексуальной чакре, но и по сердечной, потому что это говорит о сердечной привязанности. И здесь будет 40 баллов. Всего лишь. Ну, это как бы, знаете, как говорят, любовь любовью, да, а кушать хочется всегда. То есть насытились любовью, но кушать важнее, там 80 баллов. Вот. Дальше идет связь по Вишудхе, это горловая чакра. И мы по этой чакре связаны со всеми, с кем мы общаемся. То есть мы сейчас с вами общаемся, мы общаемся через эту чакру. Здесь всего лишь 8 баллов. Дальше это чакра Аджна – это совместные какие-то мысли, совместные планы, совместные проекты. И здесь это всего лишь 4 балла. Чем ближе до головы, тем меньше. С чакра Сахасрара здесь мы связаны с людьми как бы единой системы. Ну, допустим, вот мы в вере, да, все христиане, они связаны между собой вот по этой чакре. Все украинцы, да, как нация, они связаны тоже по этой чакре. Но здесь всего лишь 2 балла. Сколько баллов такой связок? И уже, соответственно, из того, какой у нас уровень связи и с кем, мы можем просчитать, с кем эту связь нам будет очень сложно оборвать, а с кем мы можем, да, вот, повзаимодействовать совместно, да, поработали вместе, какие-то планы, общий проект, ну и пошли дальше. А там, где есть у нас, да, родители, партнеры, мужья, дети, вот эти связи уже так просто ты не уйдешь, не разорвешь. Шановні глядачі, зараз ви зекономили купу грошей на консультуванні у цих експертах, тому ви повинні подивитися цей випуск. Прокачають мені мозок. Дякую вам, дівчата. Тема насправді складна, але достатньо важлива і цікава для кожного з нас. Тож, наші думки, самовідчуття та наповнення енергетичного поля залежить від нас самих, а наше мислення та сила думки впливає на оточуючий світ. Не бійтеся пізнавати свою душу та підсвідомі завдяки практикам, а також відкривати для себе новий світ за допомогою магії чисел. Прислухайтеся до власного «я». Якщо ви хочете бути гостем наступної програми, напишіть нам, дивіться нашу програму в соціальних мережах та коментуйте побачене. З вами була жіноча програма «3G плюс М» та я її ведуча Катя Лунгл. На все добре, па-па!